Приветствую всех на канале. Очередной автомобиль. Это уже наша троечка Тесла. И ее не обошла проблемка с сгоревшим хитером. И в автомобиле стало немножко холодно. А сейчас у нас на улице не май месяц. Поэтому холодновато ездить без обогрева салона. В общем, сейчас будем снимать и менять хитер. Он стоит там же, где на обычных автомобилях стоит радиатор печки. Здесь стоит этот хитер. В общем, будем добираться и менять. Подразобрал немножко салон, пластик салонный, для того, чтобы добраться до хитера. И вот сам здесь и стоит. Но так как Tesla — это самый непредсказуемый автомобиль и может включиться, контакторы включиться когда угодно, это на других машинах при выключении зажигания контактор уже не включится, то на этом, ну, есть, конечно, варианты, когда в случае слабого аккумулятора на некоторых машинах контакторы включаются для того, чтобы зарядить. Но Tesla, она живет своей жизнью. И для того, чтобы оценить высоковольтную цепь, ее нужно предварительно обесточить. Сейчас машина у нас пока не спит. Чтобы ее обесточить, нужно снять разъем с батареи и оценить 12-вольтовый аккумулятор. Поэтому для начала сейчас отсоединяем аккумулятор и разъем батареи. При отсоединении 12-вольтовой батареи автомобиль у нас не засыпает. Он у нас стоит запущенный, потому что включен DC-DC, при том, что автомобиль у нас не запущен. Для того, чтобы обесточить автомобиль, нужно поднять заднее сиденье и откинуть этот разъем. Если у нас 12-вольтовая батарея снята, то автомобиль уже и не запустится. Вот он у нас уснул и теперь не включится. PTC хитер уже откручен, и на Тесле все предусмотрели. В принципе, не надо снимать печку, можно достаточно ее открутить, отпустить вниз и сдвинуть в бок. Но это Tesla, и здесь без нюансов не обходится. Здесь есть такой нюанс. Вот эта вот крышечка, она несъемная. Она здесь впаянная. Цельный корпус идет. Но так как это Tesla, и это было предусмотрено. И вот что пишет мануал. Вот здесь даже в мануале указано, что здесь эта крышечка есть. И указано, что нужно открутить массу, открутить, снять клипсу, которая держит кабель. Дальше откручивается сам PTC хитер. Так, все расписано, как что делать. И вот есть небольшой додаток, так сказать. Если сервисная панель не установлена, короче говоря, они предлагают вырезать вот эту крышечку и уже после замены PTC хитера установить сюда новую эту крышку, которая идет под номером вот этим, 1076770A. Вот такие вот нюансы иногда бывают на Теслах. Но вопрос в том, что у нас есть другой PTC хитер, а этой крышечки у нас нету. И вот даже на схеме она показывает, как именно нужно резать, и ни в коем случае не рядом. Вот именно по вот этой зеленой кромочке, по зеленым полосочкам нужно резать. Все остальное трогать нельзя. Так, срезал эту перегородку. И теперь сейчас нужно будет снять коврик. И еще чуть-чуть вниз и в бок. Но предварительно нужно откинуть провод. Yeah.
Так, высоковольтный кабель уже подсоединен. Конечно, не самое лучшее место, потому что здесь даже сейчас есть влага, грязь, песок. Но, тем не менее, на Тесле решили здесь поставить, значит, здесь ему и быть. В общем, сейчас ставлю защиту, и можно будет отпускать автомобиль, собирать салон. Что там за позисторы стоят? Это у нас PTC хитер. И управляется каном. Слушай, ну выглядит все законно. Но при этом по ошибке он висит в оверкарренте. Возможно, там что-то в спиралях сдохло. Но у них же есть проблема, когда пробивают они и сопротивление падает в ноль. Здесь именно по ошибкам по high voltage оверкаррент висел. То есть такое чувство, что что-то в коротком замыкании. Ну да, если PTC элемент сам будет в коротком замыкании. Тут просто смотри, еще винтики были немного ржавы. Возможно, влага туда попала и что-то там замкнуло. Так, а до самих элементов добраться можно? Да, можно. Плату открутим, и тут будет. И можем их проверить сейчас. Тик. А, здесь уже нормальный торкс. А вот так этот хитер у нас выглядит изнутри. Плата на термоклее, приклеенная к керамике для отвода тепла, хотя она сама нагревается. И вот такие транзисторы, которые включают, собственно говоря, сами PTC элементы. В общем, теперь проверим сейчас сами элементы. Замкнуты они или нет? О, пробитый. Вот этот у нас замкнут. Вот из-за него вся и проблемка. Всего лишь один PTC элемент пробитый, и хитер весь на мусорку, потому что его отсюда и не вытащить. Благо он стоит недорого, всего лишь $100. Конструкция максимально простая. Ну правильно. Обычный ТЭН. Шишка родная, да? Такая не совсем безопасная проверка, но тем не менее проверили. И как раз диагностика, которую делали, она показала, что у нас есть проблема с правой частью хитера. Как раз он стоит в таком положении. Это отвечает за левую сторону водительскую, это за правую. И диагностика даже правильно показала, по какой стороне у нас есть проблемка.